с точки человек должен посмотреть свое посещение мечети, альхамдулля, то есть выбираться, находя время, посещать дома Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, сурата Нур, сказал: «Фи буютин азина Аллаху ан турфа'а ва юзкара фиха исму». В домах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть до этого Всевышний Аллах сказал: «Аллаху нуру самавати валь ард». Аллах Субхану Тааля — свет небес и земли. И продолжаются аяты про свет. А где этот свет? Айна нуру, айна макна, айна макану. Где этот нур находится? Аллах следующий аят говорит: «Фи буютин». В домах, в мечетях нур Аллаха Субхану Тааля находится. После этого он должен посмотреть свое отношение. Каково мое отношение с домами Аллаха Субхану Тааля? Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, этот дом принадлежит мечети, это буют Аллах, дома Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля: «Фахакку лизайр, фахакку алял мазур ан юкрима заира». И Аллах Субхану Тааля обязательно наградит того, кто его здесь посещает. Здесь нур Аллаха Субхану Тааля находится, в домах Всевышнего Аллаха.